Друзья мои, ну так случилось, что, конечно, по традиции, гран-при фестиваля, самый главный гран-при, он, конечно, ну, в единственном числе присуждается. Но вы знаете, в честь того, что такой высокий уровень был у этих людей, ну, два гран-при нынче. Это на самом деле высочайший уровень мастерства, и не отметить его нельзя. Итак, Алексей Воронцов, Архангельская область. А вот, это фишка. Подойдешь, дописать надо. Спасибо. Алексей Воронцов! Спасибо.